Добрый день, друзья. Добрый. Проба. Проба пера, проба старого ледобура на реке Чусовой. Лена пытается просверлить полуметровую толщу льда. Первая лунка в новом 2024 году. Как думаете, просверлим или нет? Сейчас я помогу. Пошла рыбалка. Ну, полметра льда просверлили. Диаметр 130. Хорошая разминка физическая. Щуку поможешь вытащить? Да. Удочка забортная, не совсем зимняя. Груз, крючок не совсем правильный, но для первого раза пойдет. Сидим, рыбачим. Уже минут 15-20 на две лунки, на две удочки. Вроде как одна поклепка была, но не результативная. Лиха беда начала. Пробный выход, тренировка. Улучшим снасти и точно поймаем. Это река Чусовая, прямо напротив моего дома. Я здесь купаюсь. Я знаю, какие здесь глубины, какой рельеф дна. Вот в этом месте как раз яма. Я предполагаю, что я определил точно ее в зимнее время. Ну, может быть, ошибся на метр, не более. Здесь, по моим предположениям, может стоять рыба. Но это только предположение. Это не точно.